Приветствую всех любителей баскетбола, с вами Дима Комаровский. Только что закончилась игра между командой ИСОФТ и Восток 1-2-1. Рядом со мной стоит новый тренер команды ИСОФТ, Факеев Николай. Пару слов про игру. Ничего, довольно хорошая игра получилась, достаточно равная. Все смогли поиграть, мы смогли одержать победу, поэтому я доволен ребятами, их поздравляю с победой. В целом, хорошая игра. Так как вы новый тренер, как для вас вообще NBL? Смотрели ли за соперниками? Что вообще думаете на тему конкуренции вот в третьем дивизионе, где и команда ИСОФТ находится? Ну, скажем, не то чтобы новый тренер, а просто поменялся тренер, потому что с ИСОФТом работал я уже давно и начинал работать с ИСОФТом. Сейчас команда ИСОФТ сотрудничает как бы с детской баскетбольной академией, и мы как бы стараемся организовать их тренировочный процесс. Поэтому сегодня был на игре я, потому что, ну, другой тренер, который их сейчас тренирует, сегодня быть на игре не мог. Кто будет на следующей игре, мы решим, но в любом случае будем стараться, чтобы команда развивалась, оставалась и выступала в НБЛ максимально успешно. Так а вот раньше был Милошевский Влад, один тренер. Сейчас вы и еще кто-то. Так а в итоге, то есть сколько тренеров сейчас у ИСОФТа? У ИСОФТа сейчас один тренер, Юрий Волк, и я, как руководитель академии, отвечаю за то, чтобы у них наладился тренировочный процесс и чтобы у них был постоянный тренер. Вот. Кто это конкретно будет в этом году, пока буду либо я, либо Юрий Волк. В следующем году мы примем решение, чтобы был какой-то постоянный тренер, чтобы у команды было все, как обычно, хорошо и правильно, и регулярно. По этой игре, которая, если возвращаться к игре, по игре с Востоком, можно ли кого-то выделить индивидуально? Кто-то с лучшей стороны, либо, может быть, не совсем с лучшей стороны? Ну, индивидуально я очень доволен игроками, которых я знал. Это Антон Осипчик, Юра очень прибавил, мне понравилось. Ваня достаточно неплохо сыграл. А очень понравилось, как сыграл Андрей. Андрея я не знаю, я его не тренировал. И то, как он слушал, как он делал и как он выполнял установки, мне очень понравилось. Я доволен его игрой. Вот. Ну и в целом мне понравилось, что ребята спокойно выполняли то, что надо делать, и играли в свое удовольствие, то, что должно быть в первую очередь, мне кажется, в НБЛ. На ваш взгляд, на свежий взгляд, команда ИСОФТ в этом году, чего от нее ждать, каких высот, куда вообще поведете ее? Ну, мне сложно сказать, каких конкретно высот ждать и куда поведем, потому что я немножко не владею турнирной таблицей, на каком месте и что. Но всегда планка такая, что делай максимум, делай, что должен, и будь, что будет. Интересное выражение, где-то я услышал. Просто декларировалось прошлым тренером или игроками, что хотят выиграть третий дивизион, потом поступательно второй и идти к первому дивизиону. С учетом вот этих перемен, которые сейчас произошли, это философия какая-то будет меняться или все-таки будете придерживаться вот этих вот задач? Ну, я думаю, это почти то же самое, что я сказал, потому что если у команды будет получаться выигрывать третий дивизион, конечно, она будет подниматься во второй. Если будет получаться выигрывать второй дивизион, конечно, команда будет пробовать играть выше. Но для этого нужен уровень игроков, и очень сложно будет этими же игроками дойти до первого дивизиона. Поэтому здесь нужно быть объективным, но если команда выиграет дивизион и поднимется выше, возможно, команда будет усиливаться игроками. И дальше ставить задачи согласно того, в каких реальностях они будут находиться. Поэтому, я думаю, все возможно, но сегодня мы думаем о ближайших играх и для того, чтобы выйти в следующий дивизион. Все, спасибо большое за интервью. Без травм, здоровья, удачи и до встречи на паркете в НБЛ. Спасибо и вам тоже, до встречи.